Ну чё? Весна программа мероприятия. Да вот, стоим, гадаем. Даже щука не в курсе. Всем привет. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Петрович. И остальные. А сейчас подъедут. Пошли, ждать не будем. Проходите, рассаживайтесь. Сергей Петрович, а что здесь сегодня? Сейчас вы видите. Смотрели? Какие выводы? Эти люди никогда не называют друг друга инвалидами, потому что они в первую очередь хоккеисты. Слышите? Хоккеисты. Просто с ограниченными возможностями. У вас эти возможности не ограничены. Так что, когда будете в следующий раз что-то друг другу говорить, сначала подумайте. Простите, Сергей Петрович. Не надо передо мной извиняться.